Гривлэнд. Перечет, почему тут Батман есть постоянно. Волонтерский отряд «Атаман Платов». Итак, для торжественного награждения к нам уже вышли сюда Екатерина Михайловна. И, пожалуйста, огласите, что же за подарок и кто же у нас победитель. Мы подарим самой лучшей волонтерской организации 5 билетов на ледовый каток. Друзья, вы сможете чудесно провести время в своей теплой компании и пригласить друзей. Все же 5 билетов. Представляешь, какая будет битва за эти 5 билетов и 15? Это уже нас не касается, давай отдадим. Ну что ж, друзья, как считаете, кто достоин победы? Пойдем вдвоем. Алый парус. А три билета? Ну, возьмем шефа, да? Подожди, вот. Мы сейчас взятку публично даем. Это же подкуп. А, там охрана, точно. Не заметил в парне. Придется дарить. Да, придется отдать. Итак, в номинации «Лучшая волонтерская организация» награждается детская молодежная организация «Алый парус». Итоги нашей, так сказать, конкурса сюрприза нашего, правильно? Оценки есть? Кто лучшая организация по подсчетам за визитки? Не показали? Да. Я им скажу, да. Покажем, да. Еще. А потом... Ну, давайте.